Кафедральный собор и драматический театр, памятник водителям и областной суд. В портфолио «Техноэлектромонтаж» больше 100 реализованных проектов. Большинство из них полюбились горожанам и стали визитными карточками Брянска. А все потому, что занимались ими профессионалы с большой буквы. Наши компании работают на рынке строительных услуг более 12 лет. Мы выполняем весь комплекс электромонтажных работ от проекта до реализации этого же проекта. Электромонтажные работы включают в себя много направлений. А в данный момент на выставке мы показываем несколько из них. Одно из тех, что считается красивым, это архитектурно-художественная подсветка. В арсенале компании только передовое оборудование, самые современные технологии и исключительно квалифицированные специалисты. К подбору кадров руководство подходит со всей тщательностью. Дипломированные специалисты, прошедшие дополнительное обучение еще и за счет компании, тут во главе угла. Второе направление, в котором мы работаем с прошлого года, это устройство подземных переходов горизонтально направленным бурением. То есть нами приобретена установка для данных видов работ. Преимуществ у бурения в сравнении с любыми другими аналогичными технологиями масса. Во-первых, подземные переходы можно делать абсолютно для любых коммуникаций, будь то телефон, электрический кабель или газ, вода, канализация. Во-вторых, асфальтовое покрытие дорог, тротуарная плитка и зеленые насаждения остаются без повреждений. С точки зрения экологии данная буровая установка – вещь бесценная. Но и в-третьих, сроки. Горизонтально направленное бурение позволяет выполнить работу в считанные дни. Заказать услугу и увидеть чудо-бур в действии можно по адресу Брянск, переулок Асавиахима, 3А. Консультации авторитетных специалистов доступны по телефону 30 00 30. Светлана Дробкова, Дмитрий Комаров. События Брянск.